Приветствую вас, Юлия. Я думаю, что ваш вопрос, он поставлен не совсем верно, потому что, ну, вот, как бы спрашиваете вы, как восстановить свою самооценку и вновь начать одеваться согласно своему вкусу, да? Момент здесь в том, что чтобы понять, как вернуться, нужно понять, как вы вышли. То есть вот был у человека вкус, вот как у вас, да? Шляпы, костюмы, штаны, там что-то еще. Был у человека вкус. Он с этим вкусом жил. Ну, я не знаю, вы не сказали, сколько вам лет, да? Да, вы не пишете ни сколько вам лет, ни сколько вы вместе с молодым человеком. Вот, значит, был у человека вкус. И пришел другой человек, ваш мужчина, и начал этот вкус критиковать. И вы почему-то с ним согласились. То есть ваши комплексы появились почему-то из-за того, что вы подумали, о, да, а может быть он прав. И не помогло не то, что вам это нравится, не помогло не то, что вам нравится, как вы выглядите, к примеру, в шляпах. Не помогло то, что вам делали комплименты. Это все не помогло. Вы подумали, о, молодой человек, мой мужчина, ну, может быть он прав. Может быть я действительно плохо выгляжу в шляпах. Может, он действительно ужасный вкус? Вот ваши сомнения появились. И сомнения, они не возникают на пустом месте. Понимаете? Человек либо уверен в том, что это так для него, либо не уверен. Третьего не дано. Ну, по аналогии, например, с каким-нибудь, допустим, ну, не знаю, дождем, например. То есть вот вы, к примеру, да, вы не, ну, если вам скажут, что завтра там зайдет солнце, или если вам скажут, что вот сейчас пойдет дождь, а вот тучи, уже гром гремит, ну, естественно, вы в этом сомневаться не будете. Если вам скажут, что, ты знаешь, вот завтра, Юль, знаешь, тут вот завтра солнце не встанет. Ну, понятно, что вы будете уверены в том, что это неправда, солнце встанет. Даже если случится война, солнце, ну, какая-нибудь ядерная, там, и далее, все человечество будет уничтожено, солнце все равно встанет, и вы в этом уверены. Также есть уверенность либо полная, либо ее нет. И как раз таки, ну, понятно, что там есть различные оговорки, но глобально это так. И если у вас появились сомнения определенные, любая оговорка, она носит исключительно познавательный характер, опытный. То есть я не могу быть чем-то уверенным, пока не попробую, да, пока не узнаю. Это да, но это другой вопрос. Это вопрос знания, незнания. И сомнения, если они у вас есть, они были, вероятно. Они, вероятно, были, еще раньше. Там, задолго до появления в вашей жизни молодого человека, вот, задолго до того, как вы с ним начали встречаться, просто вы как-то вот, ну, видимо, этого не чувствовали. А молодой человек взял и показал. Показал, что есть у вас эти сомнения. И вам, конечно, от этого не стало легче. Но в этом смысле, мне кажется, молодого человека можно поблагодарить за то, что он показал вам, что у вас есть проблемы. Ведь не показал бы, не обратились к психологу, например. И когда-нибудь эта проблема, она заявила о себе гораздо серьезнее, чем, ну,
чем сейчас. Понимаете, какая штука. Поэтому мне кажется, что молодого человека здесь вам можно поблагодарить и, в общем-то, ну, сказать ему в некотором смысле спасибо. Вот, я, конечно, не уверен, что вы это сделаете, но тем не менее. Вот. Значит, сомнения ваши, они имели место быть до того, как мужчина в вашей жизни появился. Да, это неприятно, да, это некомфортно, но из этого прямо вытекает, что мужчина здесь ни при чем. Что при чем здесь ваша уверенность, ваше восприятие себя, которое возможно, нуждается в корректировании. Ну, а может быть и нет. Но в таком случае у вас не было бы проблем, значит, с самооценкой. Как раз таки. А так, раз проблема с самооценкой есть, ну, значит, скорее всего, есть некоторые трудности. Вот. Так что здесь, на мой взгляд, скажем так, генезис развития, да, он вот такой. Он такого типа. И это, да, может быть неприятно, это, да, может быть не есть хорошо для вас, но, тем не менее, я надеюсь, что ну вот, то, что ну, то, что я до вас доношу, это поможет вам как-то вот лучше себя понять, лучше понять то, что с вами происходит. Что касается молодого человека, то он, конечно же, если вас любит, то явно самоутверждается за ваш счет. К сожалению, это совершенно очевидно. Это очевидно, как ясный день. Вот. И, в общем-то, я не могу сказать, что он прям вот к вам относится хорошо. Я не могу сказать, что у него прям к вам любовь-любовь. Вот. Может быть, у него, конечно, и есть к вам какие-то чувства, вот, но этих чувств явно недостаточно, чтобы принимать вас, ну, такой, какая вы есть, вот. А без этого ни одни отношения, в принципе, невозможны. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. Поэтому я думаю, что вам здесь можно ответить так. Если мы говорим о том, как вести себя с, ну, с мужчиной, да, если мы говорим о том, как вести себя с мужчиной, то это зависит от ваших чувств к нему. То есть вот как вы чувствуете человека, вот, условно говоря, как вы его ощущаете,
Так вот и, соответственно, можно и нужно к нему относиться. Вот. То есть, если вы чувствуете, что у вас есть к мужчине некая симпатия, если вы чувствуете, что у вас есть к нему какие-то, ну, какая-то потребность, да, вот, то, ну, в таком случае, конечно, вы можете продолжать дальше проявлять какие-то, какую-то активность по отношению к нему. То есть вопрос заключается в том, что вы хотите. Вопрос заключается именно в этом. Вопрос заключается в том, что вам нужно от мужчины, да? Вот. То есть, как вести себя, чтобы что? Вот. То есть, чтобы что вести себя? Что хотите, ну, взамен получить, что хотите от него? Если любовь, если вы хотите получить любовь от него, то, ну, я боюсь, что любовью, ну, любви не факт. Не факт, что будет какая-то вот любовь, потому что, ну, не факт, потому что, опять же, человек, он, ну, специфично относится к вам. Вот. То есть, таким образом, я полагаю, можно сказать, что здесь ключевой особенностью является именно вот эта вот история о том, что вы хотите именно получить. Вот. Вот, сформулируйте для себя то, что вы хотите получить от человека, а после, ну, вы можете спросить себя же о том, есть ли реальные шансы на то, что он, человек, может вам дать то, что вы хотите. Вот. Я уверен, что вы знаете ответ на этот вопрос. Ну, по крайней мере, он у вас есть, вот, этот ответ. Не факт, что вы его признаете, не факт, что вы его принимаете, но он у вас есть, я уверен. Вот так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезно, и если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом.